Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. Во вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдет снег. Температура воздуха в дневное время минус 7, минус 9 градусов. Ночью 10-13 ниже 0. Ветер преимущественно северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, пройдет снег. Днем 7 градусов с минусом, ночью 10 ниже 0. В Тольятти пасмурно, в течение всего дня будет идти снег. Днем минус 9 градусов, ночью минус 10. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег. Днем минус 9 градусов, ночью минус 13. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.